Высокопоставленные служащие американского флота продавали родину за секс и билеты на концерт Леди Гаги. Такие данные обнародовала прокуратура, которая ведет масштабное дело о коррупции и разглашении секретов в армии. По данным следствия, военные секреты флота США скупал бизнесмен из Малайзии Леонард Фрэнсис. Ему принадлежат несколько компаний, которые уже четверть века обслуживают американские корабли в портах Тихого океана. Фрэнсис заводил знакомства с капитанами кораблей и приглашал их на свою роскошную виллу в Сингапуре. В деле оказались замешаны высокопоставленные флотские чины. В частности, называется Майкл Ванакхем Мисевич, который занимал пост заместителя командующего 7-м флотом США. Прокуроры утверждают, что он передал азиатскому бизнесмену данные о маршрутах и графике передислокации кораблей, а также позволял ему выставлять завышенные счета. В результате флот переплатил миллионы долларов за обслуживание, провизию и топливо. В обмен на это зам командующего 7-м флотом США ездил в дорогие туры, получал подарки и даже девочек по вызову. В рамках этого дела уже арестованы 4 офицера флота, однако следователи уверены, что в преступную схему были вовлечены и другие военнослужащие.